Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Этот лук для тебя великоват? Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Найди путь домой. Ты свободна. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Лишь один человек поможет вам попасть туда. Мое имя Мимир. Я умнейший из людей. Для начала отрубить мне голову. Что? Это твой топор. С ним надо умеючи. Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Чем позднее ты скажешь, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Твой черед! Башку тебя оторву! Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. Открывай! Нам нужна помощь! Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. Убить такого зверя. For the players.